Кетикос представляет свои новинки в пространстве настоящей столярной мастерской в Милане. И называется эта инсталляция Ways of Water, то есть пути воды. Дело в том, что мы все знаем, что вода очень ценный ресурс, несмотря на то, что покрывает 70% земного шара. И Кетикос хотят показать свою связь с этим ценнейшим ресурсом. Первая новинка — это душ для аутдор, то есть душ для бассейна по дизайну Давида Лопеса Кинкочеса. Называется он Helm, то есть это продолжение той коллекции, о которой мы уже говорили. Особенностью здесь является то, что нет традиционного душевого диска. Вставлен тоненький аэратор, но при этом этот аэратор дает мощную струю, которую вы можете себя ополоснуть после окунания. А окунуться можно, кстати, в новый бассейн, мини-бассейн, который называется Силло. Силло — это место на побережье Лигурийского моря. Отличается оно тем, что там очень плоские камни, с которых удобно нырять. Ну и вода во время прибоя их захлестывает. Соответственно, этот же эффект демонстрируется и внутри бассейна. За панелью из молочного плексигласа прячется скиммер. То есть этот бассейн более экономичный, чем предыдущие версии, о которых мы говорили. И там может быть немножко разная комплектация. Здесь представлена максимальная с гидромассажем для спины и ног, а также с аэромассажем. Душ-хелм представлен в нержавеющей стали, и нержавеющая сталь также может быть отделана 5 разными оттенками PVD. Точно так же покрытия PVD представлены в новинке этого года. Это коллекция, которая называется Octo, также по дизайну Давида Лопеса Кинкочеса. Octo — это 8 на латинском, и мы узнаем восьмерку в плане этого смесителя, и также толщина излива и ручки всего лишь 8 мм. На самом деле достаточно сложно было исполнить этот дизайн, потому что излив слишком тонкий, но компании Zucchetti это удалось. Естественно, могут быть все возможные версии этих смесителей. Обычный смеситель на раковину, смеситель стены, высокий смеситель, ну и, конечно, весь набор встройки. Easy 22 — это переиздание иконической коллекции, которой уже много-много лет. Ну, вот в прошлом году ее представили вновь в абсолютно новом дизайне, осовремененном, ну и, конечно, в новых отделках и в новых конфигурациях. Конфигурации может быть 4. Классический смеситель, в котором мы и узнаем силуэт того самого исторического, может быть смеситель с прогрессивным картриджем. И здесь стоит обратить внимание на двуцветную отделку PVD в комбинации с матовыми, очень интересными, богатыми цветами. Также трехпозиционный смеситель с классическим профилем ручки и в разных отделках. Ну и самая роскошная конфигурация — это трехпозиционный смеситель с мраморными цилиндрическими ручками разных сортов. Бьянка Калакат, Неро Доро и очень глубокий оттенок зеленого Верде Авер. И последняя новинка, представленная здесь, смеситель ТОТ, который был разработан собственной дизайн-лабораторией Zucchetti. Несмотря на то, что это смеситель, скажем так, начального уровня цены, он имеет гравировку на цилиндрической ручке, что добавляет характера и определенных тактильных ощущений. И опять же, несмотря на достаточно низкую ценовую планку этой серии, смесители могут быть выполнены в разных отделках PVD.